живу в маленькой деревушке недалеко от Верна, Бельгия, примерно в 15 километров от границы с Францией и в 10 километров от побережья Северного моря. Я нахожусь на пенсии, я директор 1978 года. Более подробную информацию о моем увлечении прослушиванием радио можно найти в моем личном блоге. Ссылочку я выложу в нашем телеграм-канале и в группе ВКонтакте «Радио Пяти Углов». Далее наш слушатель пишет: если этот отчет окажется верным, я был бы очень признателен, если вы пришлете мне свой email, PSL, письмо или свою карточку, чтобы я действительно услышал вашу станцию. Некоторая информация о вашей станции также приветствуется. Заранее благодарю вас за ваш ответ и желаю удачи с этой профессионально звучащей радиостанции. Если вам в любой момент понадобится дополнительная информация о приеме здесь, я буду рад предоставить ее. Привет из Бельгии, и я надеюсь в следующий раз снова послушать радио Пяти Углов на старых добрых коротковолновых диапазонах. Хьюго Маттен, спасибо Хьюго за письмо. И, кстати, все QSL, которые я отправляю нашим корреспондентам, можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале радио Пяти Углов.